сочинскую городскую больницу на лечение поступил сотрудник прокуратуры Республики Абхазия, который получил тяжелую травму в результате ДТП. Узнав о том, что пострадавшему коллеге необходима кровь для переливания, руководство и личный состав сочинской полиции решили помочь пострадавшему. Сегодня на станцию переливания крови прибыли более 100 полицейских. Уже к полудню необходимое количество крови было набрано. А та кровь, которую сотрудники полиции сдали сверх необходимого, пойдет на лечение других пациентов.